Военный оркестр играет, отбивая чеканный шаг. Воздух пестреет разноцветными плакатами, флагами и флажками. Это символический марш тельняшки в память моряков Пинской дивизии и морских пехотинцев, отдавших свои жизни, защищая Москву. Адмиралтейский якорь везут на специальном грузовике. Весит реликвия, как 4 легковых автомобиля. Якорь – это сакральный символ. Символ, как у православных крест, символ надежды, символ спасения. Поэтому, когда этот символ нашелся, и когда мы об этом мечтали, об этом памятнике, вот, нам позвонили наши балтийцы и сказали, мы вам сделали такой подарок. Готовили подарок белорусским морякам. Когда выяснилось, что в Белоруссии аналогичный мемориал уже построен, согласились передать в дар Подмосковью. Отдать дань памяти на Поклонную гору съехались жители со всей области. Памятник героям прошлого столетия встретили герои века нынешнего. Считаю это своим делом и своим долгом, как бы такие поддерживать начинания. И на самом деле мне это интересно. И я с большим удовольствием участвую в этом движении. Мы показали вот в войне свою силу, единство. Свою силу, умение и сноровку продемонстрировали и участники видновского клуба «Ратник». Их выступление стало подарком всем зрителям и гостям Дня военно-морского флота на Поклонной горе. Через несколько дней адмиралтейский якорь отправится в подмосковный марафон. Марш тельняшки пройдет в Рузе, Волоколамске и других городах области. Порт окончательной приписки – парк российско-белорусской дружбы «Можайск». Алексей Пименов, Владимир Бежонов, Екатерина Чернышова. Видное ТВ.